Изобретатель из Великобритании Кевин Скотт установил мировой рекорд скорости в передвижении на моноцикле, разогнавшись почти до 98,5 км в час. Его достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса. На создание моноцикла у Скотта и его компании ушло 2 года. 7 месяцев было потрачено на саму конструкцию, еще 12 на приведение. Боевой конь представляет собой карбоновую раму колесо диаметром 1,5 метра, которая весит 85 килограммов. Она оснащена доработанным двигателем объемом 200 кубических сантиметров от карта, уникальной трансмиссией и пневматической подвеской. Скотту удалось побить предыдущее достижение, установленное американцем Кэрри Маклином в 2001 году. Тогда он смог разогнаться на моноцикле почти до 92 километров в час.